скотина ебаная, куда ты едешь? Сейчас на пути еду. И Мерседес, короче, начал от удара уходить, чтобы не бить Вансера, короче. И... А я тебе перезвоню за... Тележки получаются, короче. Машина, допустим, влезает 18 тележек. А комплектовщики мне сделали 30 тележек. И мне надо из этих 30 перекидать так, придумать, чтобы вместилось 18 тележек. Сука. Это если, ну, в другом случае, ты понимал, да? Слушай, нормально все. Ты жива? Блядина ты ебаная нахуй, тварь, блядь, сука. Быстрее сказали. Чем питаются лягушки, комарами. Дома становятся все выше, все роскошнее. Облезла и заплесневелая роскошь. Длиннейшая колонна разномастных грузовиков, остановившихся у обочины. Так и добавляют также немного вина. Причем самый главный ингредиент
400 метров, поворот налево. Через 300 метров авария. Нихуя себе. Посмотрим, что случилось.